Самый массовый продукт из рыбных консервов – сайра. На полках магазинов множество баночек с красочными этикетками. Но посмотреть, что внутри такой баночки, при покупке мы не можем. Так на что же нужно обращать внимание при выборе консервированной сайры? Прежде всего, надо посмотреть на внешний вид банки. Главное, чтобы она была не ржавая, не было ударов по вот закаточному шву. Ну, боковые как бы не допускают, по закаточному шву лучше, чтобы не было ударов, потому что тогда может произойти разгерметизация банки. И как бы продукт может пропасть, и вы это как бы не увидите. Дальше посмотрите, конечно, на дату выработки. Потому что рекомендуется, конечно, сайра наиболее вкусная, которая выработана из наиболее свежего сырья. Вся информация на этикетке, а это наименование производителя и его месторасположение, товарный знак, нормативный документ, пищевая ценность, условия хранения, срок годности и состав должна быть легко различима и читабельна. На крышке банки с рыбой должна быть выдавлена буква «Р». Выбирая рыбные консервы, потрясите банку. Чем больше в ней жидкости, тем меньше рыбы. Во-первых, конечно, обращайте на состояние кусков. Они должны быть целые, ровные, ровный срез. Ну, допускается, и желательно, чтобы укладка была прямая. Да, допускаются как бы и косые срезы, и упавшие кусочки. Один из основных показателей – это вот при выкладывании брикета он не должен был разваливаться. То есть, он, видите, плотненький, целенький брикет. Это как бы показатель того, что рыба достаточно хорошего качества. Цвет рыбы должен быть естественным, бульон прозрачным. О свежести сырья расскажут и неповрежденные кожные покровы. Ну и обратите внимание на вес нетто. Стандартный вес продукта – 200 граммов. Но он может быть и больше.